привет. Отвела уже Полину в школу. А я не знаю, насколько поеду, к 10 часам или на 8:30. Фиг его знает. У нас дождь идет. Прям погода не ахти. Просто такой обычной погоды на работе я вообще минут 15-20 только бываю. У нас фигашит ливень. Пипец какой. Ну, на камере, наверное, не видно, не знаю. Короче, у меня еще есть 2 часа. Хочу зайти в Марка, посмотреть кроссовки Денису. Потому что я говорю, что тебе надо на 23 февраля. Он говорит, ничего. Я говорю, сходи хоть нормально все купи, блин. Это вот, я считаю, классный подарок, потому что, ну, как бы, в магазинах нормальная обувь, а на рынке уже все. Только если по линии покупать, чисто на сезон, и все. Вот. А уже нам покупаем такие подороже. Потому что, блин, задолбало. 2 месяца, и все разваливается. Короче, сейчас зайду, посмотрю, что там есть. Что там будет, сфоткаю ему, покажу. А там уже, не знаю, на днях, короче, как-то подъедем с ним. Посмотрим. Я уже на Советской, короче, сходила была в Марка, зашла в магаз, купила все, что мне нужно было из продуктов. Сегодня хочу сделать сырники, вот. А в духовке запеку на завтра уже на утро картошку. На вечер будут сырники, а на утро запеку картошку. Ой, блин, пробка какая, офигеть. А потом уже, как я и говорила, сразу за Полиной заходила в Бургер Кинг. Попила колу, съела картошку. Ну, думаю, хотя бы раз в 2 месяца можно. Или когда я там последний раз ела, не помню. Давно. И цезарь ролл был. Поэтому вот так. Не голодная уже. Это, блин, уже 12:30. И как бы сидеть до 3 часов голодной, это пипец. Короче, идем сидеть в подъезд. Жесть. Я надеюсь, тот мужик выйдет пораньше. Хотя куда раньше, он до 4 хотел вообще. А из-за меня ему пришлось до без 24 сидеть. Ой, до без 22. Наговорила. Короче, иду, вон все щеки красные, вон ограждение поставили. Этот самый, щеки все красные. Пипец, мы пахали. Мы просто в 4 руки пахали. Короче, жили там негры. Так скажем, короче, там их, наверное, 6 штук было, пипец. Поэтому сейчас была генеральная уборка. И так как вторые не приехали за ключами, то уже буду я их заселять вечером. Фух, я задолбалась вообще, капец. Получается, малую сегодня забрала вообще без 10:04. Не жарко в куртке? Надо же, наверное, другую какую-то напяливать. Хотя утром холодно, сейчас непонятно, вроде теплее. Поднялись домой, не успела даже куртку снять. Я, короче, зашла, смотрю, у меня, короче, птицу закопала зеленую. Пипец. 28 грамм. Я реально не знаю, что может быть. Просто друг за другом мрут. Это пипец. Итак, сколько? С 4 числа боролись. Ну, что сделать? У нас орнитологов нет нормальных. В зоопарк везти, они назначают кучу лекарств. И эта птица просто через от 5 до 10 дней просто умирает. Поэтому вот так. Поэтому если хотите прилично зарабатывать, идите на орнитолога учитесь. Потому что вот таких вот людей здесь вообще нет. Большой город. Но у нас только самого мелкого, это кроликов лечат. И то, даже вот с кроликом, когда у нас была эта проблема, перелом этот, никто за такое не берется просто. Дают обезболивающее до последнего дня, пока животное не умрет просто. Фух, пипец. Короче, пойдемте покажу продукты. Эти продукты со мной сегодня целый день, блин, катаются по городу. Офигеть. Короче, ого. Монет надавали, пипец. Короче, 5 пачек творога взяла. Сейчас я за этот самый засыплю манку сюда. Короче, я делаю сырники как? На каждую пачку творога 1 столовая ложка манки. Ну, плюс, понятно, сахар. Если не хотите сахар, добавляйте варенье, яйцо. В муке обваляли,
Я никакой вовнутрь муки не добавляю, потому что потом прям они такие тяжелые, ими убить можно. А эти вообще воздушные прям. Ну и, короче, на минут 15-20 оставляете вот эту манку набухать. Манка набухнет, все. Десяток яиц купила в деревне. Не брали в этот раз, потому что там их мало. Ну, поэтому этот Оша кричит уже, пипец. Скучает по своей этой невесте, блин. А потом уже ближе к Дениса приходу буду делать сырники. Соль закончилась. Денису вскрыли нерв. Денису вскрыли, короче, зуб. И сказали соду с солью, короче, полоскать. В итоге вот сегодня искал соль. А в итоге выяснилось, что у нас она вообще закончилась. Короче, мортаделла взяла вот такую вот колбасню. 4,47 стоила. Полине йогурт. Сметана семейная. Скидка 30%. Она до 26 числа. Еще 5 дней. Нормально, короче, взяла. Вот такой вот майонез рубль. Соус майонезный. Рубль 25, по-моему, стоил. Вот, короче, взяла чисто картошки. Укроп у нас есть, поэтому не брала. Денису йогурт. А себе взяла вот такой вот питьевой. Все, вот чё почём. Трун-тун-тун. Все, короче, убираю, засыпаю вот эту вот и буду мыть посуду. Кошака покормила. Надо еще с крылихой разобраться, что у нее там сено какого-нибудь там дать. Короче, у меня уже вот осталось буквально еще на пару штук. Тут такая вот красота. Пыхтит прямо все. И вот целую тарелку уже приготовила. Еще горячую. Иди переодевайся. Да фиг там дождь. Но я ее загнала домой, она была на улице. Ой, оперный театр. Град, блин, вообще. А не дождь. О, хоть тапок говняный помоет. Надеюсь. А когда я в говно вступила и не мою тапок принципиально. Жду, пока Денис помоет. Не знаю, что такое, блин. Ну, больше похоже на какие-то градинки. Уже показываю остатки. Денису наложила 7 штук тоже. Одну сейчас Полине дам. Мне 7 останется, и у нее, короче, 4. Короче, когда это все в общей горе было, забыла, блин, показать. Вот, и сметану практически уже тоже съели. Поэтому все. Кто кушает, всем приятного аппетита. Все, Денис уже идет, налила кофе, вот такая вот у него полянка. А я не знаю, что я буду делать, наверное, буду гипсовые руки шлифовать сегодня вечером. Или пойду сяду в алмазную на мозаику, фиг его знает. Короче, будет видно. У нас уже погода более-менее прояснилась. Что-то там 3 капли капнуло непонятно, и все уже нормально. Короче, у нас темнеет. Помыла плиту, закрыла. Все, красота. Сейчас еще птиц покормить, блин, потому что голодные сидят, пипец. О, папаня. Сырнички. Угу. Ты рад? Угу. Не рад. Давай бегом. Все, ложиться спать. Сегодня повезло, не надо делать уроки. Вчера сделали все. Короче, я поскладывала немного алмазную мозаику. А послезавтра не будем делать? Завтра должны дорожку привезти. Будем! Не послезавтра, а завтра. Завтра дорожку привезут. И днем вроде как у меня выходной. Не надо никуда идти. Я буду уже днем, короче, красить эту всю фигню и шлифовать. Короче, сегодня я так чисто влоги монтирую. Телек смотрю, и сейчас будем ложиться тоже спать.